Здравствуйте, друзья! Сегодня бы хотел вам рассказать о том, какие интересные листовки раздают у нас в городе. Я думаю, что многие знают магазин, который называется «Верный», как-то так, «Верная семья», вот. И сейчас хотел бы рассказать вот про листовку, что там написано, давайте посмотрим внимательно. Ну, значит, на одной стороне написано «Рекламная акция». Заявки принимаются до 21 марта 2017 года. Ну, вот уже послезавтра, по-моему, да, заканчивается. С 21.02, январь, февраль. С 21 февраля по 21 мая. Ну, вот я не знаю. Ну, давайте почитаем дальше. Будьте верными. Получите 50 тысяч рублей гарантированно и участвуйте в розыгрышах двух новых автомобилей Шкода Октавия или Рапид и квартиры в Москве, переменив фамилию на Верный. Верное. Вот, 50 тысяч рублей гарантированно, и тут приписка и далее. Гарантировано денежное вознаграждение 50 тысяч рублей при выполнении условий рекламной акции «Будьте верны». Вот, причем какие условия рекламной акции, еще непонятно, да? А внимание, количество участников ограничено, всего 100 человек. То есть, представьте, 100 человек получит по 50 тысяч, да, если даже 100 человек получит по 50 тысяч, то рекламная акция будет составлять у нас 5 миллионов. Представьте себе, 5 миллионов рублей. Неплохая, да, сумма? Вот. Я, конечно, удивлен, не считая, конечно, еще суперпризы. Вот, как вы еще видели, это там вот Шкода автомобиль, Октавия, Рапид и квартира в Москве. Ну, это добавьте квартиру в Москве, не знаю, минимум сколько это? 7 тысяч, самая дешевая, наверное. Если я точно уже не смотрел там цены, да, сколько миллионов стоит. То есть рекламная акция, если с двумя автомобилями это миллион, 7 миллионов там самая дешевая квартира или 8, а может и дороже, того 5 миллионов плюс 8 миллионов, то 13 миллионов где-то на рекламную акцию, по-моему, это ну очень круто. Можно было просто на 13 миллионов открыть, я не знаю, магазин новый еще один, да, или с даром раздавать пищу, чтобы обратить на себя внимание. Да, я, конечно, не понимаю, какой будет плюс, собственно, фамилии, да, верно, тире фамилии, какой им будет лично, ну, собственно, плюс, если там кто-то поменяет фамилию, да, на их. Знаете, на Украине была такая акция «Поменяй фамилию на iPhone и получи». Вот я честно скажу, не пойму, зачем это делать, чтобы люди сфотографировались. Вот смотрите, я поменял фамилию за iPhone. Это ничего не покажет, вот такая фотография с iPhone или с 50 тысячами. Кроме как я продажная шкура и продаю свою фамилию своих предков за 5 тысяч, 50 тысяч рублей. Я вообще, конечно, не понимаю. Конечно, 50 тысяч рублей для нашего маленького города небольшая сумма, но продавать себя и свою фамилию, это, на мой взгляд, конечно. Вот. Так что, друзья мои, конечно, деньги нужны, но, так сказать, можно всякими достойными, нормальными способами все-таки заработать деньги, я думаю.